Финальный матч он проходил со счетом 36-5, закончился, скажем, первый тайм был достаточно напряженный такой, то есть мы всего две попытки им занесли в начале игры, а потом ребята уже почувствовали уверенность, груз ответственности спал и раскатили, было достаточно легко. Результатом своїх підопічних тренер Олександр Мігунов залишився задоволеним, адже до цієї перемоги команда йшла вже майже 10 років. У нас давно не було таких побед, но ребята именно конкретного года рождения, скажем, на протяжении многих лет мы и шли, то есть они практически начали заниматься с 12 лет, и сейчас им уже по 20-21. Втім, у наступному році частина гравців покине команду та перейде у старшу групу, а двоє кращих спортсменів увійдуть до складу збірної України та гратимуть на міжнародному рівні.